Всем привет! Мы сейчас находимся в парке Валя Морилор. Мы договорились сегодня здесь встретиться, сделать рейд, посмотреть на обстановку, как у нас здесь машины разъезжают по парку. Но при входе в парк было все пусто, ни одной машины не было припаркованной на территории парка. Решили мы прогуляться вокруг озера. Ну и увидели наших старых знакомых. У нас здесь авторизация, которая вот где-то вот здесь вот. Они припарковали машину с прицепом, распивали алкоголь. Мы им сделали замечание, там матом крыли. Ну им полиция, естественно, оформила штрафной протокол и не один. Водителю за неправильную парковку, ну и ребятам за распитие алкоголя. Что мы сейчас наблюдаем? Урок был усвоен. То есть, как видите, ребята красят, молодцы. Ничего против не имею. А вот машина, где припаркована. Без нарушений. Согласно правилам дорожного движения. То есть, машина не должна находиться на газонах или на зеленых насаждениях, а должна быть на асфальтовом покрытии, как мы сейчас наблюдаем. Вот, видите? Вот прицепчик с машинкой стоит на асфальте, припаркованный согласно правилам. Почему они тогда этого не сделали, я не могу понять. И они думали, что раз есть авторизация, то авторизация им позволяет нарушать правила дорожного движения. Думаю, что нет. Авторизация не дает права нарушать конкретно правила. Да, есть некоторые моменты, что они могут уклониться от правил дорожного движения. Но парковаться на газонах им авторизация не дает такого права. И как видите, сейчас ребята красят нормально, все, респект. И машина припаркована по правилам дорожного движения. Урок усвоен, уже хорошо.